рассматривали разные варианты перехода и полностью всей школы, и возможные варианты частичного обучения. Смотрели, как у нас организованы входы-выходы из зданий школ, где пересечение идет. Но, в общем, мы пришли к мнению, что все равно, чтобы обеспечить безопасность детей и не столкновение их с посторонними людьми, чтобы не было распространения коронавирусной инфекции, не было очага возгорания этого заболевания в школе.